You want to know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Have you? Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Это знакомо. До боли. У каждого выбора есть последствия. Некоторые решения спасают жизнь. Другие же ведут смерти. Колесо 80 метров высотой, Джефф. Можешь представить? Ну, я пытаюсь. С него, наверное, вид на сотни километров. Мы должны на нем прокатиться. Если тебя это порадует. А меня радуешь ты. Выходит, ты от меня не устала после целого дня замужества? Я никогда от тебя не устану. Ловлю на слове, дорогая. Кажется, пришли. О, да тут чудесно! Как в рекламе. Офигенно! Ну, пойдем. На звонок. Мы тут что, одни? Наверняка все еще утром побежали на выставку. Тынь-дынь. Еще раз? Да, я не так представлял первоклассное обслуживание. Давай не будем ждать до завтра. Оставим вещи и пойдем. Никуда мы не пойдем, пока не зарегистрируемся. Раз не спешат, значит, хотят, чтобы все было идеально. Вот моя Мари. Во всем видит что-то хорошее. Я приношу извинения за то, что напугал и заставил ждать. Надо было кое-что уладить. Обещаю, что отныне вас ждет только хорошее. Я рад, что вы выбрали наш отель. Вот, распишитесь. Впервые в Чикаго. Рискну предположить, что вы приехали в город ради выставки. Вы правы, да, но это не все.
Сегодняшний день для нас особенный. А, молодожены, это же просто замечательно. Я полагаю, что миссис Уитман захочет расписаться. Да, сегодня начался наш медовый месяц. Мои поздравления. В таком случае нужна комната получше. Номер для новобрачных. Ой, он намного дороже. Не тревожьтесь. Доплачивать ничего не нужно. Это подарок отеля. Вы у нас первые молодожены. О, как это мило. Спасибо, мистер... Холмс. Генри Говард Холмс. У вас прекрасный отель, мистер Холмс. О, благодарю. Я сам его спроектировал. Так вы архитектор? Архитектор, конструктор, строитель, врач, художник. У меня много разных интересов. Впечатляет. Можете осмотреться. Мы продаем разные мелочи и сувениры. Я отнесу багаж в номер и прослежу, чтобы все было в порядке. Просто запишите, что хотите купить, и я внесу это в счет. Спасибо, мистер Холмс. Вы очень добры. Все для наших гостей. Подозрительный тип. Ювелирка. Так, что из вещей я забыла? А что это такое? Мыло? Что это такое? А, это какая-то пудра. Что это? Молоко для бани, банное молоко. Надо сболтать получше. Что такое, тут инвентарь появился? Интересно, Ливки пляшет. Ой, простите, мисс. Осторожно, знаете, мой муж просто не выносит нахальных мужчин. Ха, какой славный парень. И как дела в браке? Спасибо, не жалуюсь. Пойдем наверх, наверняка все готово. Ты что-нибудь присмотрел симпатичное на прилавке? В твоем вкусе. Все тебе скажи. Интересно, что там? Неужели я женился на авантюристке? Колесо обозрения, тайная комната. Мы что, ищем приключений? Возможно. На жопу. Здесь просто идет ремонт. Вот тебе и приключения. На колесе мы все равно прокатимся. Я знаю и смирился. Стой. Что это? Труп. Тихо. Thank you.
А закрыть дверь не надо? Вот это приключение. Приключением будет спать на улице, когда нас отсюда выставят. Пошли. Прошу, располагайтесь. Этот номер для вас. Большое спасибо, мистер Холмс. Устраивайтесь пока. Если позволите, меня ждет работа. Мы с вами еще непременно увидимся. Боже, это номер достойный короля. Или королевы. Хитрец. Вот тебе. Жены так себя не ведут. Эй! Ха! В яблочко! Это война. Мне стоит бояться? Еще как. Сдаюсь. Ладно, ты победила. Ничего не повредила? Только мою гордость. Как насчет перемирия? По-моему, ты задумал какую-то хитрость. Вовсе нет. У меня есть подарок. Закрой глаза и встань к зеркалу. Это так мило и романтично. Если влепишь подушкой, получишь по физиономии. Все нормально? Да. Так. Открой глаза. О, Джефф, красотища! Спасибо! Вот. Ну, победа за мной. Иди теперь прими ванну. Это скрытая камера. Ай-яй-яй. Заклинило. Может, толкнуть посильней? Сезам, откройся! Спасибо. Ты побрейся, а я быстренько приму ванну. И потом устроим рандеву. Я знаю это слово. Что-то неприличное на французском. Кыш, брейся. По-моему, я забыл взять бритву и набор. Их наверняка продают внизу. Не задерживайся там. Не волнуйся. Спокойно. Хм.
Готов поклясться, мы шли здесь. Это ты, милый? Джефф? А, ты решил поиграть в другую игру? Кто это тут подглядывает? Что вы себе позволяете, мистер... Холмс? Ну, что вы здесь делаете? Джефф? Я боюсь, он вас не услышит. Нет! Не тронь меня! Но я не закончил. Я... Нет! Не дергайся. Так будет только больнее. Ты лишь оттягиваешь неизбежное. Что? Что вы сделали? Успокойтесь, сэр. Ваша жена немного поранилась. Все в порядке, сэр? Пускаешь последний шанс признаться ему в любви. Мари! Мари! Нет! Мари! Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
порядок во всем, и все в порядке. Да, ты погляди. О, какая красота! Для тебя все лучшее. Мама умрет на месте, такая... Послушайте, роскошь. Мистер, вы здесь работаете? Здравствуйте. Приветствую гостей нашего отеля. Это вы. Долго пришлось ждать? Всегда приятно снова видеть знакомое лицо. Вижу, вы вполне готовы к новому рассказу. Я рад вашей компании. Слишком долго я был один. Я смутно помню время, когда я не был хранителем этих историй. И какой прок от историй, если некому их пережить? Это история о творческих личностях. И о том, на что они способны пойти ради искусства. Оно способно вызвать разные чувства. Восторг, вдохновение, страсть. Да. А еще сомнение. Страх. Ужас. Ваши чувства... И ваши поступки повлияют на историю. Время от времени вам будут попадаться схемы. Они показывают возможные итоги ваших решений. Порой самые незначительные действия приводят к весьма мрачному исходу. Вам выбирать последствия. Вам отвечать. Я не вмешиваюсь. Это нарушает правила. Я могу лишь наблюдать и фиксировать все ключевые события. О, полюбуйтесь-ка. Такая древность. Она называется обол. Их клали в рот недавно усопшим. В качестве платы. Собирайте их. Порой они лежат в странных местах. Я с радостью выменяю ваши находки. Поверьте, вы не пожалеете. Что ж, приступим. Игра началась.
Я буду наблюдать. Меня зовут Кейт Уайлдер, я магистр криминальной психологии. Я веду журналистские расследования и борюсь за правду. Возможно, вы видели мое интервью в утреннем Чикаго. Даже когда ты просто говоришь как есть, люди считают тебя стервой. Но это не так. Да, я не идеальна, как и все, но я стараюсь и... Так, я Марк, я изучал фотографию в университете. Мне очень понравилось, и теперь я хочу заняться ей всерьез. Ну, да, это типа профессия. Я много лет занимаюсь светом. Вижу проблему, освещаю. Болтать особо не с кем, и главное, что тут скажешь? Надоело быть одной. Простите, надо начать с профессии или с личной информации? Просто, ну, у кого потом будет доступ? Не люблю говорить о себе. Так, я Чарли Лонет, родился в Англии, но тут уже лет 20. Прошлый проект шел по плану, мы хотели... Задумка была, по-моему, просто отличная, но... В итоге вышло не так, как я... Надеялся. Получилось говно, если честно. Мы услышали достаточно. Разве? Я ведь едва начал, ваша честь. Вы не понимаете. С рождения во мне живет дьявол. Я мог противиться желанию убить, не более чем поэт может сопротивляться вдохновению. Выройте яму поглубже. И лучше доверху залейте мой гроб бетоном, закопайте надежнее, чем кого-либо другого, а потом добавьте еще бетона сверху. Потому что смерть не помешает мне и дальше убивать. 7 мая 1896. Герман Маджет, он же Генри Г. Холмс, был повешен. Во время казни шея сломалась не сразу. Согласно записям, он медленно задыхался более 15 минут, пока, наконец, не испустил дух. Первый серийный убийца Америки признал 27 смертей. Но по мере того, как следователи изучали улики, обнаруженные ими в разных городах, число возможных жертв росло. Почти 200 человек. Первый серийный убийца Америки и, пожалуй, самый жуткий. Его гроб залили бетоном, как он и хотел. Надеялся ли он скрыться от Божьего суда? Или правда хотел помешать дьяволу выбраться наружу и снова убивать? Ну? Как вам? Если честно, Чарли, это какое-то... Погоди. Лонет Энтертеймент. Это Чарльз Лонет? Слушаю. Можно, Чарли? Меня зовут Грантом Дюмет. Чем могу помочь, мистер Дюма? Вообще-то, это я могу помочь вам. Послушайте. Я признателен, мистер Дюма. Это звучит прекрасно, но... Я не хочу грубить, но в чем подвох? Его нет. Деньги для меня не главное. Мне много не нужно. Но своим временем я дорожу. Все должно решиться сегодня. Я пришлю машину после обеда, в 4. Ждите. После обеда? На съемке нужно дня 2. Дергать команду на выходных – гиблое дело. Они ребята с характером. А без них у нас с вами ничего не получится. Мы... Я вам все объяснил. Не тратьте мое время. Так присылать машину или нет? Да, конечно. Мы за.
Я приведу. Обещаю. Все будет. Вы от мистера Дюмета? Мы... Ага. Грузимся, народ. Да, я. Не надо. Прости. Ага. Ладно. Это просто лампа, которая тебя украшает. Можем не брать. Хочешь? Ладно. Все будет отлично, но правда. Авантюра. Веселье. Ну чего? Погнали! Ура! Юху! Вау! Будет супер. Обосраться не встать. А, кстати, куда мы едем? Не любишь сюрпризы? Знаете, что напоминает? Не начинай. Топику. Именно. Я без гроша в кармане, телефон сдох, и мы застряли в сраной Топике. Я ни при чем. Да только ты и при чем. Правда, потому что головой думать надо. Так, ладно, Чарли, что мы знаем об этом парне? Богатый, затворник, одержим Гэга Холмсом. Явно в здравом уме. Мы едем в дом, который он унаследовал от родственника. Вот тот был одержим Холмсом. Часть комнат полностью копирует замок убийств. У Дюмета есть чертежи, документы, артефакты. Я же сказал, это спасет шоу. И я не преувеличиваю. И это точно не вранье? Просто поверь мне. Простите за секретность. Но прежде чем мы продолжим, я попрошу вас оставить здесь свои телефоны. Это может показаться странным, ведь я пригласил вас снимать мой дом на видео. Все же я против любой техники, способной раскрыть сведения о моих личных делах или привычках. Это мои условия. Все видеоматериалы сначала должны быть одобрены мной. Я требую конфиденциальности. Я настаиваю. Что ж, он тут хозяин. Для нас это большая удача. Он мог просить денег, но не стал. Так что мобильники — это фигня. Ладно. Ради шоу. Обещаю, вы не пожалеете. Прям как в Топике.